Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Garden Guns. Ну что ж, поехали. Play. Так, у меня, ребята, уже несколько боев прошло. Я уже даже в третьей лиге, скажем так. Ну, изначально я думал просто посмотреть на нее, что как да почем. Но тут она меня затянула, и я даже не заметил, как так вот быстренько добрался до третьей лиги. Ну что ж, давайте, ребят, смотреть. Так, что же нам выпадет? Так, горшочек. 12 цветочков. Это наша местная валюта, за которую мы пропаиваем с вами растения. Ага, мне дали один гем. Ага, бананита. Это у нас банан-лучник. Ага, кактус на вертолете. И... Рамфсфиг. Гордон. Это, ребята, повар-маг, по-моему, если не ошибаюсь. Ну что ж, неплохо, неплохо. Сейчас я, ребят, покажу, какие у меня растения уже в данный момент есть. Вот моя коллекция. Ух ты, я могу этого толстячка пропать. Это классно, это очень круто. Как ты видишь, он фиолетовый, ребята. Это раритетное растение. Ой-ой-ой-ой, он очень мощный. Я пока еще не видел, чтобы кто-то с ним мог справиться. Но это пока, потому что здесь... Друзья мои, очень много чего будет интересного. Как ты видишь, вот какие можно еще получить растения. Это на лиге 5, потом на лиге 6, 7. В общем, здесь все у нас по лигам. И в данный момент у нас всего 14 лиг. И последняя вот карточка одна. Это какой-то там жук, я не знаю, что это такое. Ну и как ты видишь, у меня по валюте 3726 цветочков. Это я еще раз повторяю, пропавать наше растение. Плюс 11 гемов. И мы можем с тобой что-то вот здесь вот сделать. Ну, я не знаю, стоит ли. Давай вначале мы с тобой попробуем повоевать. Так. Фух, была не была, ребята. Посмотрим, какого мне оппонента дадут. Как ты видишь, это я. А сейчас вот внизу, ребята, радио Шек какой-то против нас. Ну что же, поехали. Ну, давай я для начала, наверное, вызову вот этого толстячка и прикроюсь клубничкой. Так, ага, я выставлю также медика. Ах ты жулик, смотри, что он вызвал. Он, ребята, вызвал банан, который стреляет. Слушай, давай, 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 давай. А мы тогда вызовем с тобой мага. На тебе. Вот, видите, он очень мощный, ребята. Он что-то поддает газку. Давай нашего поваренка вызовем. Так, тут до трех побед, ребята. Три башенки я должен уничтожить. Вот одну уничтожил. Также у нас есть бафы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Маг, давай-давай-давай-давай. Этого банана тоже пока он оглушенный. Бомбим. Клубничка. Так, у него последняя башенка, по-моему, да, осталась? Нет, это, ребята, только вторая башенка. Медика вызовем с тобой. Черничка у нас такая. Ага, и вот последняя, третья башня. Такие мелкие. Ну, единственное, что маг... А точнее, ребята, хиллер, он не может атаковать. Ну, зато маги очень неплохо атакуют. Но против вот воинов, к сожалению, они слабы. К сожалению. Давай поставим с собой пекаря нашего. Хоп, пускай. Блин. Ай-яй-яй-яй, лучник. Ну, блин, у него два лучника. Ну-ка, маг, давай-ка, устрой-ка им тут. Блин, вряд ли, ребята, сейчас, по-моему, мне башенку первую снесут. Ай-яй-яй, а я думал, что в сухую выиграем, но не тут-то было. Счет, как ты видишь, 2-1. Он копит, видимо, энергию, я тоже коплю. Чтобы нам... Ну давай, давай еще разок вызволим. Посмотрим, как у нас тут все это дело пойдет. Так, я вызываю это... Ах ты, банан ржачный. Напоминает мне чем-то Патрика. Так, с этими мы разберемся. Давай вызовем черничку, пускай она будет лечить наших воинов. Во-во-во, все, ребята, вот, в принципе, и наша победа. 3-1 счет. Такой стоит там, плачет. Ну и посмотрим. Мы с тобой... Оу, радостный, похвалил даже меня. Ну, как ты видишь, 3 победочки и проигрыш у противника 1. Мы с тобой получаем 30 этих, как их, леек и 9 цветочков. Ну, это самое начало. Тут еще будет, ух, какая жесть на самом деле. Ты видишь, да? Это как бы типа садовая война. Так, мы получаем с тобой 40 скипетров. Скипетры мы можем с тобой тратить для того, чтобы открыть быстрее горшочки.
Вот, видишь, 7 часов 59 минут. Если мы с тобой кликаем на скипетры, наше время здесь уменьшается. Так, что у нас тут? Ну, это скоро, ребята. Видишь, да? Ждите в скором, типа, обновлении. Грибная страна будет, оказывается. Так, ну это у нас, ребята, за донатик 69 рублей, тут 209. В общем, ты покупаешь карты, покупаешь гемы и покупаешь валюту. Также можно покупать за гемы горшочки. Бесплатно, конечно, давай возьмем бананита, почему бы не взять. И также мы можем с тобой купить кактус на вертолете. Ну, я считаю, что это неплохо. Я считаю, это неплохо. Так, и как ты видишь, у меня здесь еще можно прапать некоторые мои растения. Так, 4 уровня получает у меня кактус на вертолетике. Давай-ка мы с тобой морковку прокачаем с базукой. Окей. И видишь, у нас с тобой за каждое прапывание идут вот такие вот маленькие кубики. Это у нас, ребята, уровень. В данный момент у меня 2-й левел. Так, давай еще проапгрейдим бананового лучника, которого звать Бананита. Так, вот это вот, ребят, такое периодически бывает. Иногда вот, видишь, ретри бывает, нажимается. Ну, ничего критичного нету. Но иногда вот почему-то происходят вот такие вот сбои в игре. Даже на мобильнике, когда я играл, то же самое. Но это ничего страшного. Так, давай мы с тобой прокачаем нашу вишенку-ниндзю. Все бы хорошо, но быстрая, да, но слабая. Очень быстро ее уничтожает. Но зато скоростная. Так, давай. Ну, Бананита, давай, япайся. Окей. Ну, что ты будешь делать? Смотри, ребят, как вот я начинаю Бананита прокачивать, что-то происходит не то. Может быть, это баг игры? Давай еще раз попробуем сейчас Бананиту прокачать. И если вылетит опять так же, то это говорит только об одном, что действительно что-то не то с ней. Так, ну. Окей. Да, ребят, смотрите-ка. Именно на Бананита почему-то вот такая штука получается. Странно. То есть я ее даже пока трогать не буду, если такая фигня получается. Ладно, давай-ка мы с тобой попробуем еще кого-нибудь одолеть. 330 у меня, как говорится. Ну, здесь не кубки, здесь лейки. А противника 325. И это Робик 65 у нас. Угу. Ну что же, давай по старой школе. Я, наверное, прикрою его на этот раз магом. Не будем клубничку брать. Видишь, они берут летающих. Я этих юнитов почему-то, ребят, не беру. Не особо я люблю их брать. Ага, у него тоже есть маг. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, он мне превратил в лягушку, да? Мое растение, ребята, если... Оно сейчас обратно вернется в свое прежнее состояние. Вот, отлично. Мы уничтожили первый замок. Давай вызовем вишенку. Бафы, бафы. Обязательно бафы. Так, второй. Быстро, быстро, очень мы с вами тут уничтожаем. Клубничку эту тоже вражескую уничтожили. Слушай, по-моему, тут будет вообще победа за нами. Причем на изи. У врага просто не было шансов. Ребята, я просто сразу его нахрапом взял, и он даже ничего не смог сделать. Я считаю, что это отлично. Никаких реклам здесь нету, ребята, так что можете играть спокойно. Ну что, Рэй побеждает, а Робик 65 проигрывает. И мы с тобой получаем что? Ну, горшочки. Но единственное, что, ребята, я опять же подскажу. Смотри, смотри, видишь, вот что это? Что это за ошибка? Единственное, что вот эти вот горшочки, которые, ну, у нас с тобой будут, их открываешь с помощью скипетров. Ага, мне предлагают 40 скипетров и один горшочек. Я могу за 9 геймов взять. Ну давай, давай возьмем. Посмотрим, ребята, что нам из этого горшка выпадет. 39 цветочков. 5 поваренков. Так, кактус. И последний это у нас морковка-гранатометчик. Я понял. Если бы у меня было бы 12 гемов, я бы получил бы еще и 40 скипетров. Так, ну что, игра, хватит там что-то думает. Опять, ребята, я не знаю, в чем проблемы, вот эти вот соединения. Может быть, народу слишком много, может быть, серверы пока плохо работают. Особо сильно не напрягает, но как бы надоедает вот это все время смотреть. Так, ну и что это?
Ох, нифига, у меня горшочек 14 часов. Через 15 часов он откроется. Но это, ребята, по-моему, горшок на скиллы. И, кстати, у нас остается совсем немножко пройти здесь, видишь, лечки копятся, чтобы перейти, наверное, на следующую лигу. А лига будет четвертая. Ну, а мы с тобой, наверное, продолжим дальше играть. Я надеюсь, у нас получится. Ну, что там опять? Опять с коннектом проблема какая-то или что? Да, друзья мои, с коннектом какие-то проблемы, видишь, да? Наверное, все-таки это сервера, потому что игра новая. Да, мне, кстати, тоже надо эмблемку сюда поставить. Ну что, попробуем так же с тобой? А, мне не дали, мне не дали. Ладно, давай вызовем вот этого. Прикроем магом. Так, у него клубника там идет. Блин, клубника пришла. Ну мы тогда тоже вызовем клубнику. Моя клубника посерьезнее будет. Ой, как он медленно идет, а. Как он медленно идет. Давай, 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 давай. Там плюй своими этими. Дыдыщ. Массовая атака. Бумс. Так, ну что, одну башенку мы уничтожили. И это классно. Давай-ка быстренько активируем с тобой скиллы. Может быть, поваренка вызвать? Ой, клубника. Давай, давай, пока она оглушенная. Вот, мы ее превратили в лягушку. У нас есть некое преимущество. Я вызываю еще мага в поддержку нашей команды. Ну давай, давай, башня там осталась совсем чуть-чуть. Окей. Ребята, последняя башенка. Я вызвал клубничку на помощь нам. Сейчас этот превратится обратно. Мы его сразу уничтожили. Слушай, ну здесь вообще на изи. Плачет. Плачет ягодка в автомате. Ну и как ты понимаешь, победа за нами. Это был Queen D. То есть королева D. 30 лейчик. Слушай, наверное, мы сейчас с тобой перейдем. Или же нам еще один бой с тобой сделать. Я не знаю, или это переход, или это все-таки ты зарабатываешь себе. Оу, 390 леек. То есть, видишь, каждый раз ты можешь тратить гемы. Но гемов у меня осталось всего лишь 2 штучки. Так что перебьемся и без них. Смотри, чуть-чуть совсем осталось. Поехали сразу с тобой быстренько еще один бой замутим. Так. Не нравится мне вот это вот. Какой-то опять кореец. Блин, мне дали грушу или кто это такой, я не знаю, ребят. Ну ладно, поехали. С дубинкой с такой идет. Так, и... Блин. Давай, давай, давай эту морковку бомбим. Такие звуки. Воу-воу-воу, смотри, бам, своим пузом бьет, смотри. Ты бич. Замечательно. Так, морковка, отвали. Клубнику. Ай-яй-яй-яй-яй. Смотри, кому он тут против меня вызвал. Но у меня клубничка прокачана, поэтому она сейчас... Опа! Очень неплохо, ребята, уничтожает. Так, срочно мага. Срочно просто мага вызываем. Отлично. Блин, ну тут они, конечно, меня могут забомбить сейчас. Так, давай-давай-давай-давай, родной мой. Эту бананиту уничтожь. Он ее превратил. Слушай, нам бы вот накопить на этого, да? На раритеточку. И, в принципе, мы можем его раздавить. Опа-на. Кого он там вызвал, ты видишь? Погнал. Бумс. Бумс. Превратил. Превратил, друзья мои, он превратил. Так, ну что, поваренка вызовем? Давай, поваренок, ну. Надо быстрее, быстрее уничтожать эту бананиту. Так, мой это ж... Пукнул. И уничтожил. Так, подлечиваем. Ну ты быстрее, быстрее, черничка, иди. Так, а у него первого уровня клубника, поэтому мы очень быстро разбираемся с ней. Ты дичь своими этими тарталетками бросается. Бумс. Слушай, по-моему, сейчас мы и второй с вами уничтожим замок. Давай клубничку вызовем. Да, второй замок уничтожили. Так, бафаемся. Давай, 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 родные мои. И еще один баф. У меня, кстати, есть еще, ребята, один баф. Я его, правда, не беру. Это минное поле называется. Там такой грибок едет по нашей площадке и выставляет везде мины. Ну что, как ты видишь, победа опять очередная за нами. Я-то думал, что он нас тут победит. Но нет, никаких шансов у него не было. Интересно, мы перейдем с тобой или нет на следующую лигу? Там же вроде внизу полосочка уже должна наполниться. Или мы с тобой получим... О, да. О, да, друзья мои. Новая лига. Ничего себе. Ух ты, клубника с рогаткой. Смотри-ка, раритетка. Это кто такой? Желейный песик какой-то или единорог, я не знаю. Хм. Так, летучие мыши.
Слушай, ну это хорошо. У меня таких растений пока ни одного нету. И я даже не знаю, что они из себя представляют. А вот здесь мы можем... Опачки. И считай, на два часика мы с тобой сократили разрыв. Да, это надо сделать, ребята. Надо проапать. Отлично. 4 уровня. Кто же ты такой? Что же ты за растение такое, а? Интересное. Вот, ребята, у нас вот эти вот... Вот, видишь? Это наши бафы. Вот я могу вот такого вот вызвать. Напоминает мне чем-то гриб из Марио. Он также едет вот на этой какой-то тележке или чем-то. И внизу, где наша полосочка, да? Где наша зона. Он выставляет мины. Мины, знаешь, на что похоже? Как Арсений против зомби, когда картошка выставляет мины. Вот такие же. Ну, я почему-то пока не ставлю его к себе. Также всех вот этих вот бойцов я испробовал. Ну, честно говоря, вот у меня сейчас оптимал идет. И как ты видишь, и по уровню, по прокачке. Да, третий, вот единственное, что наш медик. Его можно было бы, наверное, заменить. Кстати, можно было бы, но он очень хорошо нам помогает. Когда он идет, он может подлечивать. Так, ну что, давай попробуем сыграть с тобой в новой 4-й лиге. Я думаю, что сейчас будет очень и очень мне плохо. Ну, мы-то с тобой, как говорится, не простачки. Надеюсь, отобьемся. Так, iFisher. Duck Sports. У них даже уже гильдия есть, ребята. Упс. Так, ну что? Тоже выставил. Но я тоже буду выставлять. Так, и сразу же мага еще. Тихо, не надо. Давай, уничтожаем его. Бумс. Хорошо. Так, теперь этого толстопузика. Так, у него 1 уровня. Давай еще одного мага с собой вызовем. Воу, смотри, у него новые персонажи уже есть. Ай, жалко, мы его здесь оставим, а? Он же потом обратно. Клубничка, выходи. Бафы, срочно бафы, ребята. И мы с тобой уничтожим. Да, первый замок мы подбили. Ой, вот это вот плохо, когда стоит сзади и бомбит. Это морковка с гранатометом. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Медики. Ну, у нас есть один медик, лечит. И, как всегда, побед за нами. И это на 4-й-то лиге. И мы с тобой побеждаем. Блин, прикольно. Эх, дали бы мне горшочек хорошенький с цветами, чтобы я мог кого-то новенького себе получить. Но пока вот не дают. Пока у тебя стоит в очереди, ты ничего здесь не сможешь сделать. Смотри-ка, тут у нас какой-то кокос с броней. Вау. 699 рублей потрать, и ты получишь вот такие вот 25 тысяч цветов. Ты представляешь? Ты заапаешься. И какой-то супер-пупер горшок. Прямо аж слюни потекли. И очень тут, ребята, как-то с гемами сложновато, если честно. Очень редко они выпадают. Тут можно пригласить 3 друзей, и ты получишь 50 гемов. Кстати, неплохо было бы, да? Ну, я думаю, что, наверное, никто не пойдет по моему приглашению. Так, а это у нас лог битвы, который ты можешь посмотреть, да? Если тебе интересно. Так, а это у нас глобальный. Смотри, кто тут у нас. Мега Гунс на первом месте. 4804 лейки. В данный момент у меня всего 450. В 10 раз круче. Смотри, у нас с тобой копится вот эта шкала. И если мы ее накапливаем, мы переходим на следующую лигу. Так что, ребят, давайте попробуем. Может быть, еще сегодня перейдем на 5-ю лигу. Это будет вообще для меня прикольно. Ну, как ты понимаешь, с 1-й до 3-й я прошел практически на изи. Так, мы играем против Виталий Ночного Кошмара. Хм. О, спасибо. Это хорошо, ребят, когда дают тебе вот этого вот мужичка. Это очень классно. Главное, чтобы его не превратили. Блин, чтоб тебя. Его превратили, ребят, в лягушку. И это плохо. Но мы тоже, кстати, превратили. Одни лягушки прыгают здесь. Так, опачки. У него маг, ребята. У него маг. Так, мы уничтожили, да? Да, мы уничтожили ему башенку одну. Блин, мне нечем. Мне нечем, ребята. Маг, давай, появляйся. Эй-эй-эй-эй, клубничка. Там клубник 2 уровня, поэтому она наяривает, будь здоров. Там еще, смотри-ка, бананита летает. А мы с тобой вот так вот сделаем сейчас. Блин, замедляшка оказывается, а? Видишь, улитка нарисована. Типа еле ходим.
Слушай, мы тут с тобой... Ох ты, это кто такой, ребят, я такого не видел. Выпускает летучих мышей, эй. Так дело не пойдет. Да почему же ты такой ватный? Да у него ничего такого особенного нету. Эй. Уничтожили мне башню, ты представляешь? Ну как лобник, разберись с ними. Надоели они тут, серьезно тебе говорю. Что это за чудик-то такой? Какой-то как вампирёныш. Ладно. Короче, пока у нас ничья, да, я смотрю. Но это пока ничья. Ну-ка, давай, поваренок. На тебе. Такие стоят и обтекают. Опять он вызвал бананиту, а? Блин, бананит это плохо. Блин, да ладно. Ну-ка. Да убейте его, вот, подбили. О-о-о, плохо дела наши. Друзья мои, очень плохи наши дела. Так, опять этот вампиреныш появился, смотри. Хм, подобьем мы его. Что там у нас, ускоряет скорость, да? 2х. Да ладно. А вот с этим не хочется столкнуться? Блин. Давай быстрее замедляшечника. А как он так быстро подбили мне этого? Воу-воу-воу-воу-воу. У него и вертолетик, оказывается, есть. Блин, ребят, я проиграл. По времени, да? Нет, по времени пока еще терпимо. Ну давай ты превращайся уже быстрее-то, ё-моё, он там в лягушку превращенный, оказывается, у меня. Вот в чем проблема. Ну, успеем, интересно, сравнять счет или нет? Давай-д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 авай. Есть, ребят, мы сравняли счет. Ну, бананиту уничтожили. Давай-давай-давай-давай-давай. Ну, последние секунды. Есть. Ребят, мне даже не верится. Фух, 3-2 счет. Все-таки победа за нами. Все-таки победа за нами. Блин, да, вот так вот, ребята. Что творится на 4-й лиге? Ветль плачет. Ну, так ему и надо. Будет знать, как на Рея нападать. Да, это типа, знаешь что, это садовые войны какие-то. Можно так и перевести игру. Ну, давай посмотрим. Ух ты. Вот, ребята, значит, этот парень, который сейчас только что против нас был, он был донатером, потому что, как ты видишь, это Папа Гурант какой-то. Ну, ты видел, что он делает, да? Он идет и вызывает летучих мышек. Блин, я бы хотел бы открыть, но у меня нету гемов. У меня нету гемов, у меня есть только скипетры. Вот так вот. Ну что, а мы с тобой продолжаем битву очередную. Так, ищем оппонента. Кто там, интересно, нам достанется? Всегда почему-то противник на 5 единичек меньше. Не знаю, с чем это связано, ребят. Но вот так вот постоянно. Эх, если я вызову его, я его 100% сейчас... Ох, ёк, а это кто такой? Это, ребят, это арбуз. Это арбуз. Слушай, а если мы вот так вот сделаем? Я знаю, что он сейчас будет превращать, да? Он сейчас их будет превращать в лягушек. Угу, так оно и есть. А ну-ка, клубничка. Клубничка. Да что такое? Он что, блин, на постоянку что ли превращает? Да, ну быть такого не может. Что это сейчас было? Я не понял, что это сейчас было. Что это там сейчас пролетело и уничтожило практически моментально? Окей. Сейчас мы ему тоже уничтожим базу. Давай, 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 мои жиробасики, бомбите ему базу. Окей. Давай я вызову тоже мага. Бумс. Слушай, вот этот противник очень силен. Так, мы его превратили, да? В лягушку. Клубничка. Пожалуйста, на выход. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Бамс, еще минус одна башенка. Давай, маги, маги, маги. Будем за счет магов тут, наверное, как-нибудь с собой. По-моему, это бесполезно. Смотри, смотри, смотри. Видишь, что делает? Ну, что я тебе могу сказать? Пора действовать. Магов у него нету, а то превратит сейчас опять мне в кого-нибудь. Есть только замедляшник, да, у него? Ну давай, 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 быстрее, быстрее, мне нужно. А он опять вызвал, смотри, ребят, опять этот арбуз у него. Давай превращать.
Ты будешь превращать или нет? Слушай, бананит это еще та вонючка, а? Ты заметил? Ну-ка давай, клубничка. Да выходи ты, бомби. Оу. Ну против арбуза тут что-то вообще как-то не потянешь. Блин, какой счет? 2-2 у нас, да? Мне совсем это не нравится все, ребят. Ну, у него арбуз есть. У меня такого нет растения, к сожалению. Я не знаю, что он делает. Бомбы сбрасывает, понял? А у меня нет никаких бомб. И я проигрываю, ребят. У меня, к сожалению, нету. Нифига у него донатер. 100% донатер. Раз у него есть и самолетик вот этот новый, который только что в 4-й лиге появился. 2 кубка, а он 3. А, у нас уменьшаются кубки. Вот оно что. Блин, это будет сложновато. Слушай, давай-ка мы с тобой тогда возьмем, наверное, место какого-нибудь мага. Да-да-да, печально так слышать. Давай мы с тобой... Или же мы можем, знаешь, что сделать? Вот здесь вот поменять. Давай вот этого вот поставим сюда. Вот. Ну, подожди. Вот. Да нет, 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 нет. Я хочу вот этого... использовать вот сюда для прикрытия. Так, давай посмотрим. У нас слишком много с тобой магов. Может, этот замедляет. Вот этих вот я практически не использую. Можно одного, наверное, убрать и поставить себе кого? Бананита на шарике, да? Ну, можно было бы, в принципе, взять. Или же... Давай бананиту на шарике. Используем вместо вот этого. Предположим, да? И вот этого возьмем. Вместо... Вместо какого... Вот давай вместо лекаря. Все равно лекарем, ребят, я практически не пользуюсь. Очень редко. И самое плохое, что он не атакует. Он просто стоит. И в этот момент ее спокойненько разбирает. Давай попробуем. Посмотрим, получится у нас с тобой. Нет. Минус 18 леечек я получил. И это меня расстраивает. 462 лейки уже. А тут 458. Ну-ка. А почему... В плане, я же убирал. Ребят, я же убирал медика. Почему медик у меня сохранился? Вот объясни мне, пожалуйста, а? Бананита полетела. А что она... Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Смотри, что это творит, а? На вертолетике. Блин, ну бананита неплохо, кстати, побомбила там. Ты посмотри. Маги, маги, маги. Давайте этих летучих мышей. Есть. Вот смотрите, ребята. Сейчас чувак летит. Видишь, минки стоят. Вот так он и работает. Так, давай клубнику. Бубу, это что такое сейчас? А что? Что это там происходит? Я, честно говоря, не понял, кто там такие взрывы делал. Колоссальный. Так, мои тут мины что-то взорвались. Так, вот они явились, не запылились, да? А ну-ка давай, родной мой. Ну, только не говори, что ты сейчас проиграешь. А он проиграет, его раздавит, ребят. Это вот этот замедляльщик, да, все делал? Да, это именно он замедлял. Преврати его, пожалуйста, вот так вот. В лягушку. Блин, может быть, тоже взять этих, а? Как ты думаешь? Летучих мышей вот этих вот. Противных. На, на тебе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мы тоже потеряли с тобой башенку. Ага, вот она, вишенка, ниндзя. Вот они, которые взрывали, ты понял? Ничего себе. Вот это да, ребята. Ну что, давай этого Патрика вызовем. С Вантусом. Патрик с Вантусом. Он, кстати, по-моему, пробивает весь ряд, насколько я понимаю. Ну. Медик! Да чтоб тебе. Давай, давай, иди сюда. Тут как раз для тебя минки подготовлены. Погнали. Бум-бум-бум, офигеть. Расколбас, ребята, тут. А что он спит-то? Погнали, говорю, спит он там. Кто, облако ядовитое пришло. Ну, сможем мы ему бомбануть? Или нет?
Мы его замедлили, да, я не спорю. Блин, я эту клубнику все-таки уберу. Не клубнику, ребята, а этого. Вот это вот, зачем она мне нужна, эта ягода? Объясни. Давай, бананита. Да что ж такое-то, что ж ты будешь делать-то, а? Давай, Патрик. Придется здесь его выставлять. То есть у нас теперь вертолетик этот еще паршивый, бесявый. А, мы выиграли, мы успели уничтожить. Я просто смотрел здесь на нижний ряд, а тут наверху, видите ли, моя клубника уничтожила все-таки. Сколько мы кубков получим? Мы потеряли с вами в прошлый раз 18. А сколько заработаем? 30. Окей. Все-таки мы вернули, да, свое преимущество. Вот сижу и думаю, стоит ли мне брать этот самолетик? Или не стоит? А как ты думаешь? Стоит или не стоит? Ну, я имею в виду немножко... Ну, посмотри, ведь у меня здесь нету. У меня здесь нету этой лечилки. Слушай, странно, а почему-то она у меня в игре присутствовала, а здесь ее нету. Вот моя дека. Хм, очень-очень интересно. Слушай, давай-ка мы, наверное, с тобой попробуем взять... Вот этих вот летучих мышей, наверное, да? И использовать... Ту-ту-ту-ту-ту. Вместо кого? Вместо вот этого, может быть, а? Я, конечно, убрал раритетную карту. Но давай проверим. А вдруг получится, а? Так еще музыка веселая. Ты-ты-ты-ты. Расслабляющая. На позитивчике. ДМБ ДРМЗ. Окей. Опс. Так, ребят, ну что, нам здесь надо, я не знаю. Ладно, пускай этот идет. Пупс, мы сюда вот мышей летучих. Ага, медика вызвал, да? Мага вызвал, да, конечно. Бананита. Окей. А кто это там так... Ой, клубника. Клубника, ребята, пришла. Блин, это же мой, да? Мой маг. Полетели, полетели, полетели. Блин, у него Патрик. А где мой? Мой Патрик, вот он. Давай уничтожим его. Бумс. Ага. Так, пускай этот идет. Как раз на минах здесь и подорвется. Ух, а он мины взрывает. Он, оказывается, мины взрывает. Ты знал это? Я нет. Да ну хорош, да уйди ты отсюда, шпионит еще кто-то там за мной. На тебе. Ой, что-то, ребят, не катит тут. Давай клубничку. Ну, клубничка, хорошо. Четвертого уровня клубника, кстати, очень хорошо бомбит, ты заметил? А вот против магов, они станут, да? А у него третьего уровня клубника. Но мы все равно справились. Ну? Ну что такое, ну? Тю! Ниндзя-плевун появился. Так, ну что, давай, наверное, подождем с тобой энергию. Сейчас мы вишенку с тобой накажем, это понятное дело. Она здесь ничего не сделает. А мы с тобой сделаем вот таким вот образом. Да иди ты. Ну, лечи, лечи, лечи. Окей, окей. Давай. Ну, успеем или нет? Должны, должны успеть. Есть. Фух. Да, клубника, конечно, очень мощная. А ты это сам видишь? А ну-ка. Так, давай медика, наверное, сзади поставим, чтобы он подхиливал. Да откуда он медик-то? Не должно было быть его у меня. Блин, превращать сейчас буду, да? В лягушек. Давай, давай, тоже превратили.
И идем, идем, идем. Я клубнику сюда вызываю. Потому что клубника у меня самый сильный юнит. А на этих патриков рубит только шорох. Ну, да, друзья мои. Клубника это сила. Тут не поспоришь. Ну, ты сам видел, да? Хе-хе-хе-хе. Лежит там. Да, выигрывать всегда хорошо, а вот проигрывать не очень. Так, 30 лечек, да? И 11 этих. Ну, в принципе, неплохо, ребята. Видите, вот сейчас вот в последнее время вообще ни разу не было, да? Вот этого ни вылета, ни переигрышей. То есть все как бы великолепно. Ай-яй-яй, смотри, смотри, половиночка считай, ребята. Еще немножко, и у нас будет с вами пятая лига. Так, а это кто такие? А, это и русские, Россия 2020 и ОАТЬ. А что я могу с ними сделать? Принять. Или вступить? Вступить, что ли, получается? Точно, русский клан. Погоди-ка, а почему у меня недоступно? А, вот, наверное, создать клуб. Точно, ребят, создать клуб можно здесь. Отлично. Ну что, друзья мои, я думаю, что на сегодня будет достаточно. Я жду ваших комментариев по поводу этой игры. Будем ли мы в нее играть дальше. Ну а с вами был Рэй, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.